посвящается всем мужикам, чьи жены или подруги учатся на медсестер, на врачей, в общем, на медицинских работников. Ария подопытного кролика. Ну почему, скажи ты, не сексолог? И почему в постели мне не лечишь? Не тайский массажист, не стоматолог. Я б не страшился неизбежной встречи. И отчего глаза твои сияют? Едва я что-нибудь себе порежу, твой крик маньяка так меня пугает, когда подходишь ты ко мне с аптечкой. Не сыпь мне соль на рану и кортизон не лей. Я жить хочу, как раньше, или утюгом убей. Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд. Под эту фонограмму моя душа болит. Я был мужик, а стал я пациентом, подопытным, как лаборантский кролик. Я запирался в ванной в те моменты, когда катетер клала ты на столик. И снится мне в хичкоковских кошмарах, что снова ты с утра собралась в школу, не на психолога и не на лаборанта. Домой вернешься ты теперь проктолог. Не сыпь мне соль на рану и кортизон не лей. Я жить хочу, как раньше, или утюгом убей. Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд. Под эту фонограмму моя душа болит. Не сыпь мне соль на рану, не мажь мне спину маслом, не жги меня таблеткой, оставь меня в покое. Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд. Под эту фонограмму моя душа болит. Не сыпь мне сахар в пиво, дай кофе с молоком, а лучше или водки, или в бошку утюгом. Не сыпь мне соль на рану и кортизон не лей. Я жить хочу, как раньше, или утюгом убей. Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд. Под эту фонограмму моя душа болит.